Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Hyundai Tucson. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. На полу в багажнике небольшой кусок вибропласта. Задние арки у нас голометалл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. По дверям смотрим. Вверху небольшая полоса вибропласта. И в салоне на полу тоже кое-где вибропласт присутствует. Владелец все равно жалуется, что шумный автомобиль. Крыша, видите, голый металл. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Туксоне. Проклеим нас тщательно прокатанным валиком по багажнике. Прокатаны задние арки. Крыша обработана. По дверям нажмем первых два слоя, силовику 4, первый слой вибропласт 3 мм, второй слой шумопоглотитель 6 мм. Также закончили работы по проклейке пола в салоне. Продолжаем работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Туксоне, проклеим у нас шумопоглотителем пол багажника, это Vision 6 мм. Мембранную шумоизоляцию мы клеим на задние арки. Блокшот 7 мм. Также мембранную шумоизоляцию мы обработали крышу Skyline 7 мм. Блокшотом мы обработали пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это эксперт 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!